услышав на концерте интересную группу, привезенную Борей, например, Бородушкиным, мы бежим, берем винил и потом слушаем дома. Здорово. Да, у тебя есть винил, с которым я пролетел. Так смешно. Ну, в смысле, смешно пролетело. От того, что я пролетел, мне, конечно, грустно. Совсем не смешно. Ну, вот это... ну, больше места будет. Нет, ну я на самом деле галочку себе сделал, на заметку себе поставил, что надо эту пластинку будет как-то, не знаю, там либо с ребятами-музыкантами списаться, либо вот на этом сайте взять, на заводе кино, напрямую. Потому что ты же мне туда ее ставил, и мне, честно говоря, мне даже больше понравилось, чем сам концерт. Да, мне, пожалуй, тоже. Сразу скажу для вас, ребята, что группа хорошая была, а просто неудачный звук был на концерте. Там, не знаю, кто виноват, звукорежиссер, либо акустика, либо мы просто так вот сели как-то с краю сбоку. А на альбомах ты их слушаешь, прямо получаешь удовольствие. Кого слушаешь? Как они правильно называются? Трио из Израиля. Шалош. Шалош. Мы подарили на Ош. Вот с этим как правильно произносится там. Потому что я их как я их когда шалаш. Шалаш. Короче, вот. То есть три. Да, как нам сказали, что на иврите это обозначает число три. Поэтому три. Ищите вот такие ребята.